Провести рейды в столице и наказать водителей, бросающих свои машины на газонах, поручил главам районов чебоксарский городначальник Леонид Черкесов. Сейчас получается очень нехорошая ситуация. Имея машину на миллион, владельцы жалеют 50-100 рублей на стоянку. Так до весны будут испорчены все газоны, заявил глава города, добавив, что именно сейчас им причиняется серьезный вред. Леонид Черкесов призвал провести рейды, опубликовать фотографии нарушителей и штрафовать их не только за парковку в неположенном месте, но и за порчу газонов. Между тем, по данным администрации, частные и муниципальные стоянки заполняются лишь на 75%. На инициативу градоначальника живо откликнулось интернет-сообщество. И вот какие мнения звучат по этому поводу. Интересная мысль, в чем-то он прав. Даже покупая авто за миллион и более, многие не задумываются, где его будут парковать. Всю землю забрали. Или плати, или нарушай. С радостью ставил бы машину на стоянку. Но что делать, если ее нет в шаговой доступности от дома? Прежде чем наказывать, постарались бы обеспечить город этими стоянками и парковочными местами. Нормативы надо менять. При согласовании проекта жилого дома требовать от застройщика создать X машиномест на N квартир. А у людей какой еще выбор остается? В некоторых дворах парковочных мест вообще нету. Люди и так заставляют все дворы машинами. Больше некуда. Не каждому человеку гараж по карману, который стоит как новый автомобиль. Надеюсь, штрафы пойдут на строительство новых парковок во дворах. Место почти в каждом дворе есть. У моего дома почти целое футбольное поле выделено для двора, где хотя бы 10%, если заасфальтировать, 7 места хватит, и никто не будет на газоны ставить.